Итак, всем привет. С вами Кейн. Я взял задание, уже продумал план, как можно побыстрее его выполнить. Сейчас нужно взять только четырехместный прицеп в плане. Сейчас, секунду. Вот такой. Еще какой-то. Вот. Не совсем то, но. Блин, слушайте, а что-то четырехместного. А, вот он. Ну это. А вообще-то я ж мог бы и по-другому сделать. Даже я сделаю чуть-чуть по-другому. Возьмем. Поставим кузов. Кузов. Вот. И возьмем просто прицеп. Так будет немножечко лучше в проходимости, в плане комфортней. Ну, такой вот. Давай такой. В общем, нужно доставить весь этот материал. Я уже продумал то, как это быстрее сделать. Но, ну, то есть ходки придется делать всего все равно 3. Но, то есть получается, за первую я доставлю 4 груза металла, товара из наименований. И в следующей, по-моему, там тоже то ли 4, то ли 3. И потом последнюю. Одну придется сделать. Ну, в общем, все я продумал, все и гениально, и идеально. А маршрут тоже я построил так, чтобы можно было сократить как можно максимально время. Тут, по-моему, запчасти нужно взять. Установишь же ты. Вот запчасти. Грузовик, прицеп. Запчасти. Отлично. Взяли запчасти. Теперь надо, по-моему, дерево там взять будет. Деревянные доски. Сейчас доедем, я покажу карту. О, тихо. Разогнались что-то. О, этот лафет, кстати, поприкольнее, чем предыдущий. Такой ничего так. Интересно. В общем, сейчас вот это вот. Следующий наш пункт. А, нет, там надо повернуть. Сейчас, секунду. Да, это вот получается мне объехать надо. А потом я заеду сюда за бочками, а сюда заеду за кирпичами и. А, подожди. Что-то я напутал, наверное. За металлом, наверное. А сюда я заеду за кирпичами и мешками. Правильно? Не, подожди. Мешки. Только там, да? Ну да. Ага, все. Значит, я понял. Ну туда все равно придется ехать, я же врел. То есть. А, тут, получается, мне 3 груза надо будет взять. За одну ход. Бочки и металл, то есть, ну, в любом случае, короче, лучше всего брать четырехместный вот такой вот
грузовик, либо же лафет тут взять надо было. Ну, мне что-то более так привычно, вот, именно в такой компоновке. С кузовом и с прицепом, с полуприцепом. Слева, да? Угу. Блин, ну груженому уже будет тяжелее ехать. Это я уже прохожу, кстати, деревянные доски, да? Как бы основной сюжет, это не дополнительное задание, это уже основа. Не знаю почему, но что-то мне вот именно хочется проходить именно в долине. Вот. Карта понравилась, короче. Почему так плохо едем? Неужели настолько тяжелые доски? Так, ладно, мне, по-моему, прямо, да, вот так вот, и направо. А, или можно здесь даже свернуть. Блин, вот на дереве можно застать. А, нет, мы вот переехали. А, подожди, а я ж правильно еду? Ну да. Поворот не пропустил. Вот почему я предпочитаю такую компоновку, кузов с прицепом, с полуприцепом. И потому что маневренность в таких местностях, как по мне, так выше, чем с лафетом полноценным, длинным, длинномером. Ну и плюс ко всему, можно просто отсоединить прицеп и поехать без него. Допустим, когда он будет не нужен. А он, кстати, по-моему, будет и нам не нужен, когда мы за цементом поедем. Блин, камни тут понаставляли. Угу. Цепанул, блин. Что? Что случилось? Ну, ёлы-палы.
Блин, сократил нахрен путь, а? Плюсы. А, выбрал это здание. За него дают много денег и много опыта. Сейчас следующий мы поедем вот сюда на завод. Подожди. Мы взяли. Нам теперь надо бочки. И металл. Вот. А потом сюда на склад поедем и возьмем цемент. Уже без лафета. Правильно? Нам сюда теперь. А, или может быть сразу сюда, а потом... В принципе, да, вернемся туда этот. Маршрутом. Тем же самым, которым приехали. Но в этот раз постараемся уже не застрять. Вот так вот. Мне этот внедорожник вообще нравится, шикарно проходит по такой грязище, без всяких таких заморочек. Блин, походу я ляпнул не то. Не, ну вроде проходит нормально. Просто я ожидал, пустой будет проходить лучше, чем с грузом. Там, кстати, вверху, в левом верхнем углу. Да иди ты в пень, а. Отображается масса, мощность, что-то такое там. То есть, когда мы загружаем груз, увеличивается наша проходимость. Слишком резко завернул. Да, кстати, сейчас я покажу. Вот здесь. Вот описание и вот то, что нужно привести. Награда как бы 700 опыта, то есть 770 опыта и 600 денег. То есть, в общем, довольно-таки серьезное здание. Поэтому я его и выбрал. Но тут, конечно, как видите, много всяких наименований товара, которые нужно доставить... с разных точек, то есть это займет как бы время, но трудностей в этом здании нету никакой, поэтому фармит он хорошо и
ну, и опыта, и в деньгах тоже. То есть, поэтому я считаю, что стоит его выполнить, поскольку оно несложно. А деньги нам нужны для прокачки. Ё-моё. Вон, оставляли камни. Точно, я вспомнил, почему. Да, все-таки. Ё-моё, на льду так вот заносит. Здесь мы берем две бочки, получается. То есть две ячейки груза мы занимаем. А металл занимает так же само две ячейки груза. Поэтому вот и надо четырехместный грузовик. Ну, в смысле... Четыре места для груза. Иначе я бы, если взял бы, допустим, сейчас бочки, то металл я просто бы не взял никуда. Потому что металл занимает две ячейки груза. Ну и вот это вот, кстати, плохо то, что не написано то, какой, вернее, да, какой товар занимает сколько места бочки. Потому что вот бочки одну секцию груза занимают. Но у нас мы взяли две, то у нас, получается, занято две секции. А металл одна... А что это за дорога? А, понятно. А металл займет сразу две секции. Поэтому нужен еще вот такой полуприцеп. Сейчас мы с этой топи выедем, и по дороге будет уже нормально. Я еще за кадром там проходил некоторые задания, но они были не особо сложные, не особо интересные. И, в общем, там просто вытащить машину было куда-то там и перегнать на стенку. То есть вообще, то есть ничего интересного, поэтому я... И не сделал это на запись. А здесь как бы интересно, то есть и в плане того, как проходить, то есть есть... А, хорошо. Есть... гайд, как бы, как легче пройти это задание, то есть какой грузовик взять, какой прицеп взять. То есть на двуместном, то есть для груза не подойдет. Займет просто слишком много времени. Блин, тоже сейчас столб, да? Все там нормально.
А, вот, бетонные блоки. Вот здесь вот написано один квадрат, а переключаем на металлические балки и написано два. То есть они занимают два места. Сейчас я покажу на прицепе. Вот. Я могу взять два бетонных блока. Получается, вот один и второй. Они занимают по одному месту. А металлические балки занимают сразу две ячейки. Вот. Поэтому лучше всего брать четырехместный тягач. Ну, чтобы было у вас четыре места. Вот я к этому. Поскольку вот я за один заход, получается, все четыре ячейки использовал. То есть запчасти четыре и древесины, деревянные доски запчасти. Всего по два и того, два и того. То есть четыре места было занято. И также и сам у меня сейчас тоже четыре места занято. А, так, вправо, потом влево, потом вправо. И потом я просто отцеплю прицеп и поеду за цементом. Хотя можно и не отцеплять, но, в принципе, не отцеплю. Правильно, что я еду? Вроде да. Да и, кстати, вот плохо, что здесь нету такой мини-карты, как там, как в GTA там или еще где. Там, где показывают, куда тебе ехать. Что? Да ну нафиг, на ровном месте повредить двигатель. Кошмар. Чувствую, зря я, надо было объехать. Ну ладно, пройдем уже здесь. О, вредный пенек. Главное, чтобы лафет в него не встрял. Так, вроде объезжает, да? Именно специально так поставили его, чтобы мешал. Хорошая лебедка. Тащит. О, главное здесь не забыть объехать чуть-чуть правее, чтобы не было, как в прошлый раз, инцидента. Вот.
принципе, можно отцепить его или с ним поехать. А, поедем так вот сюда. В общем, я думаю, сейчас отцепим, наверное. А потом, когда привезем... Да что ж такое? Когда привезем цемент, получается, разгрузим его, заберем прицеп, отвезем на ближайшую станцию магазина прицепов. Там его продадим и просто эвакуируемся в гараж. Но вообще было бы, наверное, неплохо, если бы где-то именно здесь находился у меня просто второй грузовик с таким же вот бортом, ну, кузовом. И я бы тогда мог бы взять, просто привезти на нем сюда цемент и тут же так бы его и оставить. А это был у меня как бы основной. Ну и использовать его также по-разному, то есть, либо... с низким седлом, либо же с кузовом дают. Так как я это делал в Мичигане, там на буровой, по-моему. Там я сразу, по-моему, 3 транспорта применял. Подоставлял просто все туда вместе. Там тяжелым я доставлял, потом, по-моему, вот этим вот с низким седлом и еще что-то у меня там было. И лес, по-моему, я перевозил на обычном джемовском, по-моему, там грузовике. Цемент, трубы, бетонные блоки. Цемент. Все. Да ё-моё. Так, я вроде правильно еду или... Да, вроде правильно. Да ё-моё, а.
Это вот так кидает его так в сторону резко, что ли? Ужас. И вот последний. Все. Нагрузили нам денег, далек-то. Блин, что-то я. План мой немножечко не так. Да, я так и знал, блин, а. Ну зараза, а. Просто хотел проехать вперед и зацепить его вот так вот. Но чуть-чуть пошло не по плану. Итак, если я не ошибаюсь, то там вот осталось мне как раз доехать. Ну да. До магазина прицепов. Продам этот прицеп и эвакуируюсь в гараж, поскольку топлива у меня осталось уже немного. Нет, ну, в принципе, до гаража можно будет доехать, но быстрее будет, конечно же, эвакуироваться. Так вот, опять я совершаю такую ошибочку. Впихиваю этот полуприцеп в дерево. Ну, я как думаю, игра предполагает, что можно выполнять на различных видах прицепов. То есть так, как вам нравится. Мне просто нравится именно вот так. Кузов прицеп. Но я думаю, на длинном, там, даже пятиместном этом лафете, там, я бы все равно заехал сюда, мне кажется. Вот и красивая ночь на Аляске.
Вот и все. На этом мы задачу выполнили. Итак, продолжаем выполнение нашего задания. Малые трубы. И бетонные блоки все взял. В общем, я посмотрел по опыту, короче, я после этого задания сразу получу новый левел. На новом левеле там будут уже доступны колеса с цепями для нашего нового тяжелого тягача. Я, в общем, на нем покатался, но там, в общем, я покатался на шоссейной резине, и здесь он на льду. На вот этой вот горочке, ну, на такой горочке вот где-то здесь по дороге, он просто на нее встал и шлифует просто по льду, то есть нету сцепления, нужны цепи, то есть, в общем, он хорош только на трассе. Ну, и там можно еще грязевые эти шины купить, но смысл, если, пройдя вот одно задание, я получу левел и смогу купить с цепями и уже полноценно рассекать по Аляске. На всякий случай построил маршрут, чтобы не заблудиться.
Итак, выполнили первую часть. Теперь приступим ко второй. Возьмем здесь доски. На заранее уже подготовленный мной грузовик. Вот на этом тяжелом тягаче у меня стоят грязевые шины, и, в общем, по грязи он проходит нормально. Ну, по льду плюс-минус такси, а вот шоссейный, ну, только чисто по асфальту. А сейчас прокачаем левел и потом уже купим резину на новый наш тяжелый тягач. Попробуем выполнить какое-нибудь задание уже на нем. Просто с виду он очень прикольный. Ну, по сравнению с этим чудом. Вот и наш уровень. По идее, да, вот они открылись. Сразу же покупаем. Ну, это коробка. Можно двигло поменять. Ага, ну вот это вот, походу, хорошее. 900, да? В общем, ладно. Еще можно, кстати, сюда вот колеса будет так вот поставить. Вообще шикарно. Вот выглядит очень суперски. Ну, шнорки или такое. Ну и по кузову только высокое низкое седло. Вот такой вот у нас серьезный аппарат. А, вообще жирно выглядит, конечно. Хотелось бы выполнить сейчас какое-нибудь задание на нем. Но это уже будет, скорее всего, в следующей серии. Прикольный такой. Ладно, всем спасибо за просмотры. Оценивайте видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.